Вот это поле у нас 300 гектаров. С этого поля мы планируем взять урожай 900 тонн зерна. Николай Кузнецов, главный агроном одного из хозяйств Пестричинского района, рассказывает, что несмотря на то, что в некоторых районах Татарстана уже началась уборочная страда, их хозяйство пока не торопится. Работы по уборке зерна они планируют начать через 5 дней. На данном поле будут работать 4 комбайна и планируем закончить уборку в течение 3-4 дней этого поля. Сегодня на место скорого сбора урожая приехали сотрудники Россельхозцентра. Они регулярно проводят забор проб пшеницы для анализа. После ее отправляют в лабораторию, где специалисты выясняют влажность зерна. Собирать урожай можно начинать при 15-17% влажности. Помещаются в сушильный шкаф при температуре 120 градусов. Они там находятся 15 минут. После этого они опять вынимаются, остужаются уже до комнатной температуры. Потом уже перемалывается, и опять мы кладем их в шкаф, уже при более высокой температуре тоже 20 минут держим. Урожай не только вырасти, его надо и сохранить. Данное хозяйство каждый год проводит фумигацию. Особое внимание аграрии районов уделяют именно хранению зерна. Перед началом уборочной страды подготавливают зернохранилище. В первую очередь их обрабатывают от вредителей. Это амбарный долгоносик, мучной клещ и зерновая моль. В амбаре строго следят за влажностью, чтобы качество зерна не ухудшилось. Вот это зерно собрали в прошлом году. Оно сохранилось благодаря тому, что зернохранилище отвечает всем необходимым стандартам. Как отмечают работники сельхозиндустрии, важно не только собрать урожай, но и суметь его правильно сохранить. Артем Логвинов и Андрей Ключников, телеканал «Эфир».